Друзья, всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я в этом видео хочу показать просто супер эластичную резинку спицами, которая отлично держит форму, выполняет функции резинки на все 200% и практически не растягивается. Вот так вот эта резиночка смотрится. Она отлично подойдет для вязания всего чего угодно. Можно носки с ней связать, варежки, шапки, джемпера, манжеты, низ изделия связать, горловину эта резинка связать. В общем, все что угодно. Вы посмотрите, как она отлично держит форму. Если вот ее вот так растянуть, то она вот тут же сжимается. Ниточки я здесь, конечно, все равно хорошие использовала. Здесь меринос 100%. В 50 граммах 90 метров вязала на спицах чулочных кубических номер 4. Раппорт резинки здесь состоит из 5 петель. Если вы вяжете по кругу, вам нужно набрать количество петель кратное 5. Если вы вяжете поворотными рядами, как у меня образец, вам нужно набрать количество петель кратное 5. Вот раппорт узора. Потом 2 петли для симметрии, 2 изнаночных и 2 кромочные петли. Для образца я набрала 3 раппорта, 15 петель, плюс 2 петли для симметрии, 17, плюс 2 кромочные, 19 петель у меня здесь. Итак, давайте я покажу, как он вяжется. Первый ряд, это у нас будет изнаночная сторона, вяжется следующим образом. Кромочную снимаем и провязываем. 2 лицевые, 3 изнаночных. Вот это раппорт первого ряда. Повторяем. 2 лицевые, 3 изнаночные. Еще раз. 2 лицевые, 3 изнаночные. В конце для симметрии 2 лицевые и кромочная петля. Вот это вот первый ряд и изнаночная сторона. Переворачиваем. Вот это у нас будет лицевая сторона основная. Вот это вот. И второй ряд вяжем следующим образом. Кромочную петельку снимаем. Провязываем 2 изнаночные. Затем 3 лицевые провязываем следующим образом. 1 лицевая. Следующую петлю мы снимаем, не провязывая нить за работой. 1 лицевая. Вот это вот раппорт второго ряда. Повторяем его. 2 изнаночные. Затем лицевая. Следующую петлю снимаю, не провязывая нить за работой. Лицевая. Еще раз работу провязали. Вяжем заново. 2 изнаночные. Лицевая. Петлю сняли, не провязывая нить за работой. Лицевая. В конце для симметрии 2 изнаночные. И кромочная петля. Все. Вот у нас раппорт состоит из двух рядов. Дальше переворачиваем и вяжем все по узору. Если вы видите, что идут 2 лицевые, вяжите лицевыми. Если идут 3 изнаночных, вяжите 3, ну, 3 изнаночными. Петельку, которую мы снимали, не провязывая в предыдущем ряду, вы ее провязываете просто изнаночной петлей. Вяжем мы так до конца ряда. Так, сейчас немножко осталось, довяжу. Все. Дальше по лицевой стороне опять 2 изнаночных, лицевая, петлю сняли, лицевая. И так далее, повторяя эти два ряда. И вот такая вот классная, очень-очень эластичная резинка у нас получится. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилась такая резиночка. Вы обязательно ее примените для своих вязаных задумок. На этом у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.